Всем доброго дня, и вы на канале Будни Милка 70. Мы гуляем на улице, погода просто шикарная. Птицы поют, воробьи. И козы гуляют, бьются. Ох, бьются эти девки, а. Луша, отстань ты от нее, а. Луша, Луша. Вот что ты девок донимаешь, Луша. Михаил стоит, тихо, мирно сено жует тюка. Все девочки гуляют. Папа машинам ручкой. Коровки гуляют. Бык. Да, что им еще делать-то? Они друг без друга жить не могут. Я сегодня делала сырные розы. И сырную розу с рикоттой. Фото вставлю. Да? Сегодня мы делали блинчики с мясом и с рисом. Вот такая вкусняшка у нас получилась. Очень вкусные. Начинки много в них. Вот такие красавцы блины. Вот тут у нас сушится мясо на опивчике. Это курица. Тут у меня висят колбаски. Ветчина висит, вывешивается. Вечером буду в духовку ее закладывать. 8 марта не за горами. Я сделала вот такие сырные розы. Вот здесь сыр рикотта. Здесь страчителла. Нет, здесь тоже рикотта. И вот бежевая, там внутри сыр страчителлы. Плохо видно его. Там видно немножко нити страчителлы. Вот такие фантазийные сыры у нас.